Ну а чё? Сейчас станем сразу размяться. Парами, станем своими, нет? Нет, размяться не надо. Профессионалы разминаются, это самое. Дают парами. Да, я вчера видел. Потом перед игрой надо будет еще раз разминуться. Снизу. Сейчас немножко аутов. Немножко аутов сейчас. Забить.
не, не, это в игре правильно. Такое будет. Так, вот последний дай. Сразу возвращайся. О! Ай, ау. Опа! Старайся сразу забить. Не понял? Да нет. Не попадаю просто по мячу. Так вот я тебе ничем говорю. По месту, подставляй сначала. Во-во, длину, длину. Длину играй. А то ты вскользь немножко бьешь. А ты тут с лопатой в длину. Вот. Ай! Вот заваливаю, заваливаю. Заваливаю. Если чувствуешь, что мяч не с тобой. Он удобный, а я его заваливаю. Тобой. Лучше его. Ну, ладно. Хорошо, и то не бывал. Давай, снизу. Ау? Да. Подачи, господа. Ну, что, давай, подачи, да? Давай. Сейчас, Вова, я сниму. Ловлю это, телогрейку. Подавал, куда да. Поменяли? Давай, ну, давай. Куда ты гонишь-то? У меня все равно подачи нет, поэтому... Ну, хоть надо попадать хоть как-то. Нет? Да, линия. Блин, вот ты так постоянно, а?
На дачу, конечно. Поле. Вы поле? Нет, они, я их спрашиваю, как вы поле. Так, Вова. Ты на школе, знаю твою эмоциональность, просьба поменьше. Да? Чего? Ну, разговоров. А в каком смысле разговора? Это перед вашим ударом нельзя, а перед нашим угодно. Нет, имеется в виду громких таких. Выпить надо. Это что, коньяк? Это допинг. Моча молодого поросенка. Нет, 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 не поросенка. А этого козленка. Кого? Ягненка? И не молодого, а старого. Андрей, я. Нет, я просто, нет, я заранее просто, да. Вот я знаю, что ты знаешь, матом ругаться не буду. Эмоциональный, да. Андрей, я перед своими ударами всегда ору, поэтому... Нет. Так, имеется именно разговоров громких. Нет, по разговору. Да, играем. Только если с тобой. Со мной можно. Давай. Вспоминай. Туда? Да. На заднюю линию держи еще. Справа, да? Ну да. А слева у меня тут слева, ну, слева. Ты его, знаешь, как подачу принимал слева, блядь, а я слева вообще ноль. Все. Я ему накинул, сделай пару шагов назад. Я и старался пару шагов назад сделать, понимаешь? Но... Удалось его перекинуть.
попал, а? Попал, попал. Чуть смещайся, видишь, он там может коридор пробить через эту самую. Есть тварь? Есть тварь? Во-первых, 40-30, во-вторых, объявляйте каждый раз, а то будет путаница. Больше. 40-30. Вы, Максим, согласны и нарешаете? Ах ты, Сашка! Я хуй, принял. 1-1. Я пока линии подать. Да ну ты, блин, что ты делаешь? Отправляйся на кого? Сюда. Дайте мяч. Сейчас, да. Коля, паузу сделай перед второй, не торопись. Мальчик, отойдите от машин. Yeah.
играть. Надо было. Поэтому я не стал играть. Ну, ребята, вообще как по-джентльменски переиграть? Не, Володь, все нормально, мы проиграли, на, подавай. Извиняюсь, но это я не понял. По правилам очко, ребята, но у нас товарищеский турнир. Бог, не переживай, все нормально. Он же не специально, я перемещался туда, готовился. Все нормально, ребят. Позиции. Он вам сделал это самое. Ребят, все нормально, не переживай. 3-1. Я извиняюсь, но по Олег, это не по-джентльменски просто. Бог, ты можешь извиняться по правилам. Нет, ты по правилам. Претензий по правилам нет, но ты не джентльмен просто. Да, извини, но... Я русский человек. Хорошо, не важно, русские тоже. Нет, русские маленько другие. Евреи такие, а русские другие. Все, вот это не надо. Национальную не надо тему поднимать, но... Бог, нормально. Давай. Даже просто, я не могу играть человека, который лежит. Не переживайте. Да. Конечно. Все, забудьте все, играй дальше. Я еще запомнил, что ты с улыбочкой сказал, что очко. Не просто так, а с улыбочкой. С улыбочкой еще сказал. Не заводи, не заводи. Конечно, играй дальше. Ты же все удовольствие получил. Ах ты, блин, не поднял. Вот 15. Кстати, Олежа, когда ты ошибся, между прочим, сказал решающий. Я в вашу пользу счет поправил. Ну что? Это тоже не по правилам. Вообще-то это не по правилам. Понимаешь, я не люблю, понимаешь, вот этого не люблю. Да, Петя. Yeah.
перекинь, ну перекинь вот так, да, и все. Не факт, выиграй, ты бы не достал, ты мог бы еще достать. Да. Ну, выиграй очко. Ну это уже чисто так, конечно. Да. Не, он мог бы не останавливать. Да. Алло. Поднимем точно. 15.40. 0.30. А, 0.30.
ты. Вау! Видно, выгнуло этот самый. Того. Другой пошло. Или так приколотили. Ну, ядрен батон, я же здесь, я удобно подойду. Что ты, ты же тянулся, кто знает как.
А мне удобно. Вдоль этой бросить. Отпусти, я не замял. Давай, держи. Ладно, держи. Я тебе, да? Все, забыли, все, забыли. Можем же, можем, можем, можем. Что? Пошлем? Давай. Можно не сразу, Андрей. Я не знаю. Ничего страшного, чего? Нет, нет, это нормально, ты нормально, все нормально. Я просто... более расчетливо, да. У нас совсем сумасшедшие делишки. А я так ты правильно, что агрессивный голос, все пишут, все направлено. И назад, не иди назад, не иди, я все закрою сзади. Я все прекрасно понимаю, я просто вижу в своем роли сейчас у всех. Вот я играю в сетки, и не стой на совхозе. Ноги тебе дают, там опытные люди, они будут куда-то. Ну, короче, что я тебе объясняю? Зачем тебе? Ну я... А я что в сетке сделаю? Я в сетке ничего не сделаю. Thank you.
Аут. Просто бей. Хорошо, хорошо. Да. Щелкнуло по линии. По линии щелкнуло. Да. Я бы его Олега. Thank you.
Да, вы это наш. Не видите, да, мы откинули. Было сначала 0.30, потом вы сравняли, сейчас мы взяли. 30.40 было. Подача сейчас маяк у меня, да? Сейчас ведем очень немного. Второй. Thank you.
Более на мертвой зоне опять. Уйди назад. Ты стоишь в мертвой зоне. Вот это мертвая зона. Так кого? Ты назад, это кого? Так, кого? Thank you.
в любом случае. В любом случае заиграно. Попал или нет? Попал. Thank you.
Вот, 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 спокойно сыграл, видишь, спокойно. Ровно. Второй квадрат. Подрезать надо было, а не просто подставлять, понимаешь? Надо все успеть сделать. Да? Я что подаешь? Ты я подаешь? Да. Yeah.
критерий составил. Я видел. Ребят, бросьте им мяч туда, а? Попал, да? Получили, да, 300 100.